Сегодня у нас 7 июня. Вот такой чудесный день на речке. Вот очень много сейчас с собаками народу. Вот мои собачки лежат. Вот они лежат. Вторая собачка. Такой вот замечательный солнечный день. Собачки отдыхают. Вообще такой тихий. Там за кустиком другие собачки, с которыми эти дерутся. Бывает красивый день. Вон дети играют, брызгаются водой. Вот такая вот высокая трава сейчас здесь. Очень такой хороший день, веселый, интересный, спокойный. Как раз время для загара и для полного отдыха. Там видно, дети отдыхают, играют, плескаются в холодной воде. Вот сейчас вода еще холодная. Несмотря на то, что уже некоторый народ купается. Кто перепьет. Такая вот природа красивая. Пчелка гавкает. Вот обгавкала человека. Теперь ложится довольная. Такой вот хороший день. Вороны каркают. Вообще классный. Что вот солнечно наконец-то, хорошо. Тут у нас еще все мучают, воду выключают каждый раз. Видимо, от этого нечего делать, что воду выключают. Солнце такое круглое, блестящее. Вот. Чайка, кстати, летает. Очень такая беленькая чайка, вот она пролетела. Вообще день такой хороший, веселый. Отдохнуть можно, то у нас еще и холодно, и воды горячую выключают. Что вообще кошмарно. Ну да, вот такой вот день. Интересно, вот собачка травку кушает. Видно, как она травку кушает. Что очень такая, видимо, съедобная травка. Да, такая вот травка очень вкусная. Собачка в восторге от такой травки. Да. Очень такой хороший день. Вот собачка, она гавкает, да. Гав. Как будто... Не знаю, в чем кайф, вот так собакам сидеть и гавкать друг на дружку. Только одна находится здесь, а другая вон там за кустиком. Нравится так на природе сидеть, гавкать, обгавкивать всех. Да, с одной стороны, собачка-то постоянно дома сидит, выходит на улицу очень редко. В смысле, редко погулять подолгу. А так она выходит часто, но надолго. В
туалет сходить, да и хватит. Толком даже прогулки нет. А вот сейчас у нее хорошая прогулка. Она может пообгавкивать народ. Так звонко получается обгавкивать. Вот, пошла кушать травку. Чего с Васенькой? Ушки чешет. Да, ушки. Пошла, видимо, водички попить, жарко стало. Ну еще бы, только пообгавкивать. Наверное, под солнцем, потому что солнце такое жаркое. Поэтому и обгавкивает. Отряхивается. И идет, гуляет. Вот такой вот бережок. Собачка. Собачка легла. И опять начала гавкать. Ну да, он хоть гавкает. Нравится им это, что ли? Обгавкивать народ. Так вот здесь очень такой красивый вид. Река. Замечательная. Собака гавкает. Обгавкал уже весь народ. Такой, как раз, сказать, хороший отдых на речке. Поэтому для тех, кто хочет отдохнуть, приходите так на речку, отдыхайте. И слушайте гавканье собаки. Очень хорошее гавканье собаки. Собака этим довольна. Тем, что она вот так вот всех обгавкивает. Да. Так вот она обгавкивает всех. А ей это, видимо, не надоедает обгавкивать. Челка! Да успокойся ты! Чел! Да, так и не успокоится. Все хочет как можно больше народу пообгавкивать. Да. Пляж полежи. Ложись. Вот лежи, чело, получай удовольствие, грейся на солнышке. Ты ж так редко греешься на солнышке, только так, в квартире, и то за стеклом солнышко. Ну вот, видео канала Тлеологс.